Водителем такси Сергей работает больше 20 лет. Свою машину к празднику Победы украшает по традиции флажками и лентами. Не первый год на машине появляется и наклейка с информацией о бесплатных поездках для ветеранов и участников войны, тружеников тыла. Это личная дань памяти, говорит сочинец, в первую очередь деду-фронтовику и теще-ветерану, которая в прошлом году еще участвовала в параде. Сегодня их нет, но поколению тех, кто прошел войну, почтение и благодарность. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Как правило, их практически и не видишь. Исключительно можно увидеть их с орденами и в своей парадной форме. Это на 9 мая. От меня не убудет, а им будет приятно. Это по-человечески. Немаловажный фактор в нашей жизни, чтобы мы помнили тех, кто за нас когда-то отдавал жизни, и который старался, чтобы мы жили вот в нашем мире, где у нас тихо, спокойно, красиво, хорошо. Поколение ветеранов сейчас уходит. Нам остается хранить память о героях войны, стараться быть достойными их подвига. А для подобного жеста, по сути, многого не требуется. Открытое сердце и желание помогать. Машина ждет почетных пассажиров в районе центрального универмага.